Конечно, готов. Я сдаюсь. Вы знаете, что сегодня я съел? Опа! Два, три! Начинай! Привет, с вами Злата, и вы на канале Бухта Барахта. Сегодня у нас особенное видео. Три маркера челлендж. И ты тоже в нем участвуешь, мой любимый подписчик. Как? Скоро узнаете. Ну, раз это челлендж, мне нужны соперники. Поэтому я позвала своего друга. Это Лев, знакомьтесь. Привет всем! Лев, я надеюсь, ты честный был. Да, я честный. Мы тут все честны. Вообще-то мы тут все честны. Ура! Злата, может, ты расскажешь, в чем суть челленджа? Конечно! Участники с закрытыми глазами выбирают себе три разных маркера и раскрашивают рисунок теми цветами, которые им попались. Но победителя объявят мои подписчики. Вот так все просто. Ты готов? Да, конечно, я готов! Так, кто первый выбирает? Ну, ты ведь девочка, конечно, тебе и решать. Ты такой милый? Ну давайте все-таки по-честному. Пошучу. Камень, ножницы, бумага и бутылка лимонада. Ешачок! Камень, ножницы, бумага и бутылка лимонада. Ешачок! Камень, ножницы, бумага и бутылка лимонада. Ешачок! Это очень забавно. Камень, ножницы, бумага и бутылка лимонада. Ешачок. Я готов. А я пока перемешаю. Вот здесь. Ого, какой выбор. Так, у меня есть зеленый, фиолетовый и коричневый. Моя очередь. Я готова. Ну, а я коричневый. Снимай повязочку. Хорошие цвета. Какие у тебя есть? Синий. Розовый. Розовый и оранжевый. Злата, а кого мы будем разукрашивать? Это Фиксик. А как его зовут? Игрик. Самый умный Фиксик в нашем классе. Это Игрик. О, Игорь. Держи. Ну что, поехали? У нас 5 минут. Ну, ладно. Ата, а какие фиксики твои самые любимые? Симка и Нолик. Из тех, кто учится в классе, в котором они... Ну, мне нравится Симка и Шпуля. Ну, вообще-то она хорошая. Хотя и верят в приметы и всякие там гороскопы. А почему они тебе нравятся? Потому что у них классные прически. Так, значит, определяем по прическам. А мне лично нравятся, как бы, фиксики все. И Мася, и Пафос. А есть, если есть... Игрик, значит, есть и какой-нибудь, и краткое. Не, не поглядывать. А я сделаю прическу вот такое. Похоже, что у него из головы растет грибочек. Нет, это у него сигнал о помощи. А, то есть, если ему нужна помощь, вот эта прическа загорается красным цветом. Да. Так, скоро голова будет закрашена. Думаю, что победит Злата, потому что... У меня все будет... Вы посмотрите на это. У меня одноцветно. У тебя есть какой-нибудь самый любимый мультфильм про фиксиков? Да. Ну, серия про кофемашинку. А у меня серия про миксер самая любимая. Ты еще говорила, что тебе нравятся смешарики. Да. Вот, у тебя есть какой-нибудь самый любимый? Да. Какой? Ну, Нюша и Пандочка. Пандочка? Да. Ага. У меня ёжик, Пин, Карыч, Солунья и так далее. Мне тоже нравится. Мне нравятся все. Мне тоже все нравятся. Злата, вот ты знаешь,
ответ на такую задачу. Думаю, этот ответ никто не знает, кроме того, кто загадывает загадку. Ты готова? Да. Смотри, летел по небу бегемотик. За ним гнался охотник. Охотник выстрелил в бегемотика, а бегемотик тогда упал на охотника. Кто остался в живых? Охотник. Почему на него бегемотик упал? Слоник. Нет, слоника пулька попала. Вы тоже можете попытаться отгадать. Пишите в комментариях свои ответы. А правильный я скажу в конце видео. Смотрите, там акула плавает. Смотрите, там акула. Друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось. Та-дам! Та-дам! Смотри, какой получился у меня. Смотри, какой получился у меня. А, я монстр. Привет, Игорь. У тебя фиксик очень похожий на зомби. Да. Да, зомби-фиксик. Привет, Игорь. Привет, Игорь. Привет, Игорь. Что будем делать? Пойдем. Пойдем. Ну что, Злата, как ты думаешь, кто из нас победил? Давай обсудим это в конце. А пока продолжим. Второй раунд. Второй раунд. Оценить наши рисунки мы позвали нашего друга Женю. А заодно и моего папу. Привет, привет всем. Два в одном. Друг и папа. Так, Злата, Лев, дайте-ка я посмотрю повнимательнее на ваши рисунки. Они очень красивые. Я даже боюсь взять на себя ответственность за оценку ваших действий, потому что, посмотрите, у Златы рисунок даже почти поделка с настоящим глазом. Поэтому пусть, наверное, правильную оценку дадут ваши подписчики, ваши зрители. Хорошо? А я вместе с вами поучаствую дальше в челлендже, потому что мне безумно понравилось, как вы играете. И я приготовил для вас еще один рисунок. Отгадайте, кто больше всех на свете любит есть траву? Миньоны. Почему это интересно? Миньоны едят траву. Потому что трава – это банан. Бананы относятся к траве. Бананы относятся к траве. Больше всего бананы любят миньоны. Они такие же желтые, как желтая трава. Представляете, жить в мире, где желтая трава, как бананы. Так, это миньоны, но так как это большие миньоны. Это Джерри, это Кевин. Да ты что? Нет, это Кевин, это Стюарт, это Джерри. На самом деле я совершенно не знаю, как их различают и различаются ли они в принципе. Давайте мы представим, что сам миньон желтый, потом миньона мы закрашивать не будем с вами. Мы будем закрашивать только его костюм, очки, глаза, зубы, ботинки и перчатки. Ну, а вот этот комбинезон, да. А комбинезон давайте сделаем цветным, чтобы он не был однотонным. Ну что, как мы играем? На очка кто первый достает? Давайте сначала достают новички? Нет, давайте сначала принцессу. Давайте достают сначала принцессы, а... В третьем раунде новички начинать будешь ты. Хорошо, договорились. Ну что, я первая. Доставай. Я первая. А кто перемешает? Раз, два. Пропала. Махаляй, появилась. Та-дам. Посмотрим, какие у принцессы цвета. Такие же, как и были у меня. О, действительно, фиолетовый, зеленый и оранжевый. Так, коричневый. Так, Лев Евгеньевич. Так, Лев. Лев достал три лепых цвета. Открывайся. Та-дам. Хочет два зеленых. Два зеленых и один. Коричневый. Представляете, это как круто играть двумя зелеными. Ну, пожалуйста. Ну, ладно, поменяй, конечно, поменяй. Все получилось? Замечательно. Ну, а мне вы доверяете, поэтому я не буду надевать маску, потому что из-под маски, как показала, в общем, Златочка, тоже все видно. Спасибо. Я сделаю так, я честно закрою лицо руками. Начнешь подглядывать? Вообще. Ну, вы разве видите, чтобы я подглядывал? Я сейчас достану. Что такое? Ладно, я сам отверну. Вот первый цвет я взял оранжевый. Нет. Второй цвет взял розовый. Нет. И третий цвет зеленый. Нет. О! Нет. Угадал. А, розовый угадал. Только розовый у тебя был последний. Зато угадал. Раз, два, три!
Начинай! Самое сложное в этом деле — это разукрасить миньону глаза. Потому что они... Поэтому мы решили разукрасить их тоже разноцветными. А я решила... Разноцветными? Точно, разноцветные глаза. А я раскрашу очки просто зеленым. Очки просто зеленым? Да. Какой-то цвет мне достался серый. Вообще он нелепый цвет. У меня тоже. А, у тебя тоже серый? Ну, вот видите, у нас вот. Бог папу бог и сына. Да, бог цветов. А у меня заметил. Лепые. А у тебя лепые. А знаете, как зовут бога цветов? Нет. Каждый охотник желает видеть фазаны. Кого? Фазаны. Фазана? Каждый охотник желает знать фазана. Каждый охотник желает знать, где живет фазан. Где живет фазан? А, то есть каждый. Каждый. Это красный цвет. Угу. Охотник. Охотник. Это оранжевый цвет. Желает. Желает. Это желтый цвет. Знать. Знать. Это зеленый цвет. Где? Где? Это голубой цвет. Живут. Живут. Это какой цвет? Ладно, где живут, это, значит, непонятный цвет. И кто? Каждый охотник желает знать, где живут фазаны. Фазаны – это какой цвет? Фиолетовый. Фиолетовый. То есть у нас вот слово «живут». Где-то вот «живут» потерялись. Желают, живут. А между голубым и фиолетовым какой цвет? Розовый. Дорогие подписчики, пишите в комментариях, какой цвет стоит между голубым и фиолетовым в радуге. И тогда вы поймете, что у нас фазан сидит или живет. Что хочет знать охотник о фазане? Что фазан сидит или живет? Так, у меня получается миньон-пират. Ну что делать с розовым цветом, ума не приложу. Есть такое замечательное наблюдение. Смотришь на мир через розовые очки. Это значит, что у тебя все вокруг красочно. Поэтому все вокруг? С оттенком розового. Да. Розовый цвет, он же такой цвет ярких эмоций. Кстати, Злата, скажи мне, почему девочки любят розовый цвет? Потому что он яркий. Яркий? И фиолетовый яркий. А, и фиолетовый? А девочки любят розовый и фиолетовый? Да. А ты какой больше любишь? Ну, фиолетовый и розовый. Любишь? Лев, а ты какие цвета любишь? Фиолетовый и зеленый. Они очень сочетаются. У тебя поэтому фиксик получился, да, сочетаемый? Да, там... кстати, я считаю, что мне повезло, когда мне выпал фиолетовый и зеленый. Только там зеленый был такой, светло-зеленый, да? Он тоже подходил. В первом мини-конкурсе я уже выигрываю, потому что я первый, кто разрисовал очки. Да я их уже давно разрисовал. А я тоже давно. Извините, не заметил. А у нас побеждает тот, кто дорисовывает третьим. Помните все правила? Слата, почему у твоего миньона оранжевые зубы? Потому что... Он ел что-то оранжевое? Не обязательно было ведь раскрашивать зубы. Не обязательно. Ну, прикольно же видеть. Интересно, а старший может пользоваться хитростью и добавить себе какой-нибудь цвет? Нет. Просто, дорогие друзья, скажу вам честно, немного-то нарисуешь серым и бледно-розовым. А у меня какие-то цвета несмешиваемые. Розовый. Есть такое наблюдение. Поправил очки. Есть такое наблюдение. Когда дети берут пластилин, в котором, между прочим, очень много цветов, его смешивают, то получается какой цвет? Серый. Да. Даже не серо-буро-малиновый. Какой-то серо-коричневый. А мне нужен малиновый. Тебе нужен малиновый? Да. Раз, два, три. Ёлочка, малиновый, появись. Раз, два, три, малиновый цвет, появись. А ты потом можешь мне подрисовать, как будто здесь малина? Ну, ты знаешь, я такой, тут появилась малина, Злата такая, а так это же малина, а не малина. Ну ладно, да, малинового цвета не хватало. Не появилось малинового цвета. Потому что у нас все снимается вживую, с одного дубля. Каких артистов цирка вы знаете, Злата? Я Юрия Никулина. Я Дюссалей. Цирк Дюссалей. Какие в цирке бывают артисты? Бывает дрессировщик, он занимается животными. Я в Дюссалей видел, ну таких маленьких, ну зелененьких, они, у них белые такие. Кто? Дрессировщики?
Нет, они не дрессировщики, они похожи на лягушек. Они кролики. Маленькие зеленые артисты? Да. Знаешь, такое ощущение, что когда ты доставала цвета... Ты подглянул. Нет. Бог цветов, Color Man, был на твоей стороне. У тебя достались очень веселые цвета, очень яркие, очень насыщенные. Но мы не отчаиваемся, мы снова берем в руку розовый цвет и рисуем розовые подошвы. О, ребята, у нас осталось всего 3 минуты. Надо ускоряться. Кто такие миньоны? Миньоны, ну, они живут на Земле уже много миллионов лет. Они прикончили динозавра. Конечно, не ножами и топорами. Динозавра сам себе прикончил. От страха. Потом они подружились с древним человеком. Его съел медведь. Нет, страшная история. Миньон дал им лопатку, да. И постучал, и побежал. И медведь, ну, а потом они еще много на своем пути встретили всяких полководцев. Пирамиду в Египте перевернули. Она стояла на кончике, что получалась вот такая пирамида. Получалась вот такая пирамида. А когда они забивали об нее бутылку, как это делают с кораблями, она упала. Получилась в итоге, ну, как бы, вот такая пирамида. Вот так они теперь и стоят. Пирамиды эти. Я всегда думал, как это нелогично стоят пирамиды. Стоят на основании. Они же должны стоять как раз наоборот, на вершине. На кончик. Златочка, а скажи, пожалуйста, как тебе кажется, почему миньоны любят бананы? Потому что они очень хотят кушать. Потому что они очень хотят кушать. Но люди не видят и манго, и мясо. А миньоны едят манго, да? У него ноготь. Это ноготь для того, чтобы бананы легче было очищать? Да. О, нам осталось... А я уже все сделала. Одна минута. Я уже все сделала. Считаем вместе 60 секунд, это было 10 секунд назад, сейчас так, 55 секунд, 55 у секунд. У него показано, родинка здесь. Секунд. А, кстати, а можно же еще дорисовывать, вот смотри, родинка, коготь, надо что-нибудь тоже дорисовать. У меня руки. У меня еще один коготь. Мой миньон съел очень много бананов и много раз не чистил зубы. Поэтому зубы у него будут зеленые и все в коричневых пятнах. Подожди, подожди, подожди. А у него кариес будет. А у твоего кариес? Ребята, чистите зубы с утра и вечером. До вечера. Обязательно. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Та-дам! Та-дам! О! Мой миньон съел очень много бананов. И даже скорки валяются. И видите, зубы нечищенные. А это у тебя миньон еще в банановой, заливке? То есть он так много ел, что весь свой комбинезон забананил. Хорошо, так. А у меня... Ну-ка давай, вот так вот. А, я пока положу. У меня монстр Драк-Дракула. Драк-Дракула? Кто такой Драк-Дракула? Это типа миньона, наверное. Так, я вижу, что у него ноготь, коготь, а это что, хвост? Миньон с хвостом? Нет. Плащ. Это плащ торчит? А, Дракула уже летает, да, благодаря плащу? Это как это Дракула, это он как Доктор Стрэндж, только он Дракула. Так, а это что такое? Это его ноздри. Шрам? Это ноздри. Это, или это ноздри? Подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. За миллион лет миньоны эволюционировали в девятиноздриевых... Дракул! Дракул. Так, Златочка, а что у него на зубах? Он не чистил зубы. Он не чистил зубы? Да у нас вроде бы все миньоны зубы не чистили. Так, проверьте. Смотрите. Посмотрите внимательно. Вот два миньона, которые не чистили зубы. Посмотрите, как они выглядят. В каком состоянии зубы. Как этими зубами Дракула будет теперь кого-то кусать? Как этими зубами миньон будет кого-то бананы есть? А вот
тот миньон, который чистил зубы, вот у него красивые... Синие. Синие. Красивые синие зубы. Смешно. Златочка, как ты думаешь, какой миньон победит? У нас ведь еще будет третий раунд. А у меня написано «Банана». Банана. А у меня написано «Миньон». Но у нас ведь будет еще третий раунд. Скажи поэтому... всем, что встретимся в третьем раунде. Встретимся в третьем раунде. И давайте все так сделаем. Встретимся в третьем раунде. Да кто перемешает мне? Кто мне перемешает? Я! Давайте вместе! Давайте перемешайте! Закрывай глаза! Три цвета. Ага, красный, желтый и синий. Светофор. Что ха-ха? Светофор? Да. Да? Нет. А какого цвета не подойдет светофор? А твоя магия. Как? А, молодец. Ну, это нет. Что, Верочка, оставляем мне синий цвет. Ой, я очень доволен. Я очень доволен цветами. Я очень доволен цветами. У меня будет самая яркая Моана. Ну что, посмотрим, кто теперь? Кто? Ну, я первая. Давай, ты первая. Ты вторая, точнее говоря. Подожди-ка. Сейчас мы со Златочкой проверим. Ну, как, Златуля, готова? Да. Давай. Быстро делает. Молодец. Самые подходящие цвета для Моаны. Удивительно. Да, все очень удивительно. Та-дам. Хорошо, хоть вместо зеленого красный достался. Да, ну посмотрим, что у Льва. А Льву, к сожалению, у Льва остался только, и сломался, но только один зеленый. Вот тут остальное мелкие. Да, будем знать, что зеленый мне не сильно. Представляете, если у Льва белый цвет останется. Так. Поехали. Лев не ищет легких путей, да? Он специально их избегал. Он долго его избегал. Так, это никакой. Ты никакие не берешь. А, ну ладно. Может, розовый цвет тебе просто поменять? Да, что... давайте розовый поменяем. Можно мы поменяем один цвет? Монаха. Все. Давайте вместе. 3-4. Ты знаешь, такая... Все, поехали. Ну что, у нас 5 минут. Да. 5 минут 30 секунд. 12 миллисекунд. Ready. И так далее. А все вместе. Ready. А я как супергерой. Как супергерой ртуть. Что вы хотите? Я ничего не делал. Я никуда не выходил. Кто быстро все сделал? Представляете, они только начали рисовать, я уже все разрисовал. Ну что ж, показывай свой рисунок. А я рисовал так быстро, что краски не успели лечь. Что ничего потом... не успел нарисовать? Да. Я настолько быстро, что я нарисовал, стер, сбегал, взял новый рисунок, распечатал и вот вернулся сюда. Да. Это так нельзя делать. Как это нельзя делать? А как можно делать? А как? Да, ты себе мог новые фломастеры взять. Смотри, Злата из Моаны делает подругу Дракулы. Подругу по соцсетям. С такими же глазами. Злата, это суровая правда челленджей. А можно мне поменять? Только если. Ну, есть только быстро. Нет, ну, Лев, ну можно дать, наверное, знать, и можно один раз дать зеленый. Ну, но самое главное, помните, что мы Моан очень честные люди, да? Не разрисовываем. И волосы не разрисовываем. Ну, волосы потому можно. У нас такая бледнокожая Моан. Бледнокожая Моан! И волос у нее молочный. Почему нельзя разукрасить тело? Ну, если только ей нарисовать какую-нибудь татуировку. Кстати, а вы знаете, что татуировки, они пошли как раз с тех самых островов, на которых живет Моан. Какие? Можно вообще, можно Моан не разукрашивать, можно и татуировки нарисовать. Что у нее есть красное как? Солнце. А я увидел, как красиво стилизовала пупок. Нет. Злата Моан. Я думаю, что
Это Муани, Муана. Муана. Это солнце. Фиолетовое солнце? Да. Вместо а песни «Фиолетовое солнце». Фиолетовое солнце, да? Да. Вот это вот. Давай споем ее. Давайте вместе споем. Поехали. Фиолетовое солнце. Ля-л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 я
нее торчит. Думал, может быть, она шарик за спиной держит. Это солнце. Посмотрите. Это-то папа, солнце. Вдруг это пластика? А у меня будет красный закат. У меня может быть желтое солнце. А как же сделать красно-желтое солнце? Дорогие друзья, Муан сражалась у нее в Пендаре. Муана! Муана! Муана, она моя. Это женский род. Единственное число. О, а знаешь, какой вопрос? А мы же приняты, да, здесь задавать вопросы и потом давать на них ответы в конце передачи. А, вопрос. Как, что скрывается в АБВГДЕЙОЖ? Не знаю. З. А что это за сердце Дефити? Дефити. Дефити. А зачем она носит сердце Дефити? Дефити. Зачем? Потому что у нее угрожает на море очень сильные лавы, и она хочет вернуть это. Не лава. Это сердце? Или эту лаву? Кто-то подножку постоянно тебе ставит. Ух, я там. Ну-ка, подножечник. В первом раунде я загадывал очень интересную загадку Злате. Летел по небу бегемотик, а за ним гнался охотник. Охотник выстрелил в бегемотика. Бегемотик же, в свою очередь, рухнул на охотника. Подстреленный. В чем вопрос? А вопрос вот в чем. Вот как ты думаешь? И вы как думаете? Кто же остался живым? Хороший вопрос. Кто остался живым? Охотник. А ты не бегемотик должна угадывать. Или бегемотик? Нет, охотник. Он бегемотик уже выстрелил. Но, а бегемотик упал на охотника? Бегемотик, ты знаешь, сколько вешают эти бегемотики? Да, бегемотики-то весят, знаете ли. Мне нравится, между прочим, каким путем пошла Злата. Она решила заодно и себе маникюр сделать. И Муан разрисовать одним цветом. И пока мы со Львом сидим и думаем, как же быть, как быть. Вот Муан уже почти готова. А у нас осталось 3 минуты. Осталось всего 3 минуты, а я еще не использовал синий цвет. Злата, а вот ты смотрела мультик про Муану? Да. И вот кто тебе там больше всего понравился? Мне понравилось. Вот с кем Муана. Бы ты хотела встретиться? С Муаной. Ну, так и думал. А вот еще один человек, он хочет украсть у нее сердце, это Витя. Ее сердце хочет вырвать. А посмотрите, он у меня тоже... Усатый человек появился. Видите? Это волшебство. Это ты. Это Муана. Муана, она просто притягивает к себе людей. Вот у меня, значит, усатый фокусник. У Златы, давай покажем. Носатый. У Златы, смотрите, кто. Кто это? Как называется? Человек. Охотник Муана. Охотник на Муану. Это Мауи изначально. Мауи. Мауи, охотник на Муану, знаете. А у нее потом же здесь написано АБВГД ее ЖЗ, а с другой стороны МАУ я тебя не боюсь. Знаешь, что я сейчас понял, что этот челлендж в нашем исполнении может приобрести совсем другое значение. И мы вообще можем запустить челлендж, который не разукрась тремя цветами, расскажи. А дорисуй. Дорисуй картинку. Потому что здесь такого количества охотников на Муану я не видел. Никогда. Нигде. Что, Лев, ты готов уже, что ли? А, нет, я еще не готов. Так, Лев уже готов. А я не готов пока. Лев почти готов. Видишь, он даже на носу сидит. И вот здесь он приближается. И здесь, так и здесь. Здесь, девочек, так и здесь. Не подглядывай. Не подглядываю. Здесь, девочек. Я чуть было не подглядел. Давайте вместе с вами начинаем до трех и останавливаем часы.
Раз. Подождите. Подождите, вы уже. Ну, я же вижу, ты сейчас не считаешь. Да-да-да, вот есть. Я с тобой разговариваю. Все, давай тоже. Потому что все считают, а ты не считаешь. Все, давай. Все, готово, да? И раз, два, три. Па-бау! 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 Давайте проведем анализ. Давайте проведем анализ наших разрушашек. Итак, что мы видим у льва? У льва такая себе, даже вполне Моана. И розовый цвет подошел, да, как никогда. Для кожи. Потому что очень похож на кожу. И прямо по мелочам разрисованное платье. Ну что, очень интересно. Спасибо. Та-дам! Та-дам! Это Злата. И она нам сейчас сама расскажет. Расскажет? Златочка, ты куда не денешься? Скажешь, потому что тут иначе непонятно. Я вспотела уже. Вспотела уже? Да. Злата, кто это? Охотники. Это все охотники на Моан, представляете? Причем они сначала появлялись в одном уголке, потом дошли до ее волос, и потом началось. В общем-то, почему только охотники стали вдруг и розовые, и красные, и... А Моана так и осталась бесцветной. Красной, да. А сама Моана, которую мы хотели разукрасить, она осталась только с фиолетовыми глазами. И фиолетовые платьицы. Смотри, разноцветные охотники, они все за одним, они все ищут сердце Тиффани. Сердце Тиффани. Сердце Тиффани. Действительно. Давайте посмотрим. Карандаши нельзя кидать. На скучный папин рисунок. Ну, я вот, зато у меня усатый дядя. Один, у меня один дядя. На одну Тиффани, на одну Моану один дядя. Итак, друзья, давайте все поднимите свои рисунки. Дядя. Ну, смотрите, а только надо вам из-за рисунков-то выглядывать, чтобы лица были. А, я, кстати, дамы и господа, и вот посмотрите еще один лайфхак. Если вы участвуете в челлендже, то вы можете заодно себе сделать маникюр. Если вы, конечно, девочка. Ну, если вы девочка, конечно. Покажите. О-ха-ха. А потом его как сделать, так его и брать. Подходит к концу наш челлендж. И давайте мы начнем с того, что Лев обещал дать ответ на загадку про бегемотика. И про алфавит. И про алфавит. Остался в живых слоник, который вылетел на час раньше. Ну-ну-ну. А вот на мою загадку... Ну, это смешная загадка. На мою загадку есть ответ. Что скрывается в АБВГД ЕЙОЖЗ? А там скрывается фраза «Где ёж?» ГДЕЙОЖ. Да. Где ёж? Ну, и теперь... А у меня вот такая загадка. Висит груша, висит груша. О, гнилая груша. Нет. Да. Делаю... Не надо. Да. Делаю грушу. Лампочка. Лампочка? Да. Похоже на грушу. Сейчас, да, сейчас еще надо поискать такую лампочку, которая на грушу похожа. Ну да, хорошая загадка. Ну что, дорогие друзья, напоминаю вам, что мы играли в челлендж. Это рисунки Моан. Разрисовывали Моан. Это мы разрисовывали... Подождите-ка. Это мы разрисовывали миньонов. Я хотел сказать, что они же изначально планировали, что это, наверное, будут муж и жена, да? Потому что тоже хотелось сделать фиолетово-глазовый. Потом у нас были миньоны, помните? Злата. Давайте теперь льва, каждый возьмет свои рисунки. И кроме меня еще Злата со львом рисовали вот таких фиксиков, которых зовут, подумай слово, Игорек. Вот, дорогие друзья, оставляйте в комментариях свое мнение, чьи рисунки вам понравилось больше, или конкретно какой рисунок понравился больше. Мне кажется, тут... Победила дружба и... И хитрость. Это победила дружба, хитрость и фантазия. И фантазия. Дружба, хитрость. Кстати, на всех рисунках есть оранжевый цвет. До следующих встреч, подписчики Злата. Всем пока. С вами были Лев, Женя и Злата. Всем пока, дорогие подписчики. 3, 4. Ты!